Скажи, откуда в людях хамство? Хамство. Когда оно прекратится? Да, значит, я прав. Кто вас обидел? Елена Сергеевна, кто? Директор школы, завуч, управхоз, а может, какие-нибудь милые соседи? Соседи. Соседи. Сергеем ты будешь? Сергеевой два звонка. На! А мне плевать. Я ведь могу звякнуть и два раза. Могу и по второму разу. Давай, провожай. Давай, давай, давай. Так, значит, вы бумажку, что ли, повесили насчет обмена? М? Да, вот. Я. Так. Ну, а мою конурку видела? Мою конуренку ты видела, я без спрашиваю? Видела. Ну, вот. Ну, а с Нюркой, с моей сожительницей, женой, значит, разговор хотя имела? Да. Имела. Такс. У него развернуться негде. Малышу моему. Вот, а у вас? А, здесь я. А у вас? А у вас? А здесь я. А? Вышел в коридор. Жги, что хочешь. Ну? Зачем из своего комнату поджигать? Ну? В коридор вышел. Жги. Нравится, не нравится, что попало. Вот. И все. Раз. Да. Ну, это для меня плюс, нет? Плюс. Не волнуйтесь, пусть поджигает. Пусть поджигает, конечно же, мальчик. Может, он потом пожарником будет. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум меняться, бум. Минуточку, стой. Скажу тебе, как честно, как своей, есть у меня золотая старуха, брательник, выпивуха он, понимаешь, он алкоголик. Вот. И вот, положа руку на сердце, я тебе скажу, как он подзашибет, так сейчас по ночам ко мне стучится, понимаешь? А? Прям ломится, понимаешь? Но ему неохота вот резвиловки сидеть, понимаешь? Он и колотится, да. Комната маленькая, курящий, его с собой не положишь, вин. А здесь я, вот, вот я ему кину на пол какой-нибудь там, а... Не твое, нет? Нет. Какой-нибудь одеялка. Пущай он лежит себе. Бери руки. Вот. Пущай спит на здоровье. Ну, и то, пускай продрыхается, опять тихий будет. Он только в пьяном виде скандалит. Мог я сказать, всех перережу! Всех перережу! Столик, ты где говоришь? Ай, нет, у меня столика. Как нет? Соседи его выставили. Соседи? Говорят, два стола тесно. Ох, вон как. Два стола тесно. Интересно. Это какие такие соседи? А? Это что? Эти что ли, да? Буржуи недорезанные. Слышь ты, чертова кукла. Слышь, вот погоди, только Нюрка сюда приедет. Ой, она без живо глазки твои поросячьи выцарапает. Ишь ты, заплачешь горькими слезами, если что, ей поперек характера пикнешь. Слышь ты, Бриджит Бардо, она тебя в голом виде в Африку пустит гулять. Но. В конце концов, я попросил бы. Попросил бы, получай. Ау. Вот. Ну, глотай, я подожду. Так, упала. Что? В лоб захотел, старый таракан, да? Я бы брызнул. Пусть я четвертый раз 15 суток отсижу, но я бы брызнул. А я меняться не хотел. Да из принципа переменюсь. Понял, нет? Из принципа. Тут, значит, младший будет все поджигать. Тут, значит, Альберт мой будет жить. Так, тут святое дело. Пап с мамой, родители. Тут из и угла будет мой брательник с таким ножичком. Вот. Тут я корыт подвешу. Тут мотоциклет. Там у ванны будут солененькие огурчики. А здесь что? Вот здесь
А, картошка. Ничего, я дам вам жить еще. Вот так вот. Ой, господа и дамы, мы ж с вами не попрощавши. Ой, что с вам случивши? Что ты в лице переменивши? Никак вы заболевши. Ну, будь здоров, не кашляй.